Дорогие друзья, всем привет! С вами Моисей, и мы продолжаем покорять карту России в Евротрак Симулятор. И хочу вам сразу же напомнить, в четверг, уже в этот четверг, 23 декабря, мы отправляемся в просто практически кругосветное путешествие по карте Евротрака. В 8 часов 23 декабря стартует стрим, и мы поедем по окружности всей карты. Это просто охуенно. И посмотрим, что же для нас подготовили дальнобойщики. Вернее, разработчики. Ну и, в принципе, дальнобойщики тоже. Вот. И посмотрим, из чего вообще стоит карта. А пока мы продолжаем зарабатывать опыт, зарабатывать деньги, чтобы подготовиться нам к этому величайшему событию. Погнали! Давайте я вам покажу, как это выглядит на карте. Собственно, из чего будет состоять наш маршрут. Он продлится 206 километров из Соснового Бора в город Луга. То есть это Петербургская, видимо, область. Здесь, кстати, залив как раз финский получается, насколько я понимаю. И мы проследуем наши 206 километров. Расстояние небольшое, но, как вы понимаете, с чего-то надо начинать. У нас, как правило, Logitech, G25, коробка Z-Shifter. И, собственно, стартуем мы сразу из порта, повезем уксус в город Луга. Дорогие друзья, также хочется вам рассказать об очень крутой. Дорогие друзья, сейчас можете получить бесплатный доступ плюс мульти на целых 60 дней. Многие уже знают о Яндекс.Плюс, благодаря которому вы сможете получить доступ не только к библиотеке Кинопоиска, Яндекс.Музыке и 10 гигабайтам на Яндекс.Диске, но еще и получить кэшбэк баллами. А в плюс мульти вы сможете подключить до 4 человек, поделиться с друзьями и вместе пользоваться всеми сервисами. Переходи по ссылке в описании, вводи код и получай бесплатный доступ прямо сейчас. Так что обязательно переходите по ссылке и делайте себе бесплатный доступ, как это сделал уже я. И мы сможем с вами, господа, прямо на стриме параллельно смотреть какие-нибудь небольшие фильмы, сериалы, пока мы будем, собственно, двигаться по огромнейшей карте нашей огромнейшей страны. А, ну и, кстати, не только нашей страны, мы же по всей Европе будем путешествовать. А сейчас, пока мы подготавливаемся к этому огроменному маршруту, потому что, сами понимаете, это будет стоить довольно-таки многих сил и времени, как говорится, да? А у нас коробочка Z-Shifter с переключением на делитель, то есть все передачи у нас задействованы. Вот. Я специально взял, кстати, такой не новенький Мерс, чтобы так антуражненько прокатиться. Вот. Поэтому обязательно не пропускайте стрим и подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ребята, в поддержку лайк. Вы представляете, какое, блин, путешествие нам предстоит просто сделать? Это же так много, вот так, нормально. Как видите, я еще не до конца все-таки освоился. Так что надо привыкать, потому что расстояние нам предстоит, ой, какое не близкое. Сейчас это просто фигня, 200 километров, это настолько мизерный просто отрезок, настолько мизерный участок по сравнению с тем, что нас ждет уже в этот четверг, ребята. Поэтому обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропустить и попасть на стрим и все вместе покорить всю карту Евротрака Симулятор. Евротрака Симулятор, ха. Просто на самом деле никто толком этого-то и не делал. Есть крутые ребята, которые проходили ее по диагонали, но мы поедем по окружности. Мы заедем практически во все страны, побываем во многих просто городах, сможем отвезти огромное количество груза, потому что это не будет просто маршрут изначально выстроен. Мы будем искать подходящие для нас грузы, маршруты, что, собственно, опять же усложнит нам задачу и увеличит количество километров и затраченного времени. Стартанем мы в 8 вечера в четверг, но во сколько мы приедем в ту точку, откуда мы выехали, я даже боюсь предположить, честно говоря, потому что наша задача будет совершить именно круг. Это просто охренеть можно, я до сих пор на самом деле до конца не представляю, как это вообще мы провернем всю эту авантюру. Вот, и также, ребята, если кому-то нужен игровой руль, то обязательно переходите по ссылкам в описании, там мой магазинчик, собственно, с минимальными ценами, с отличным состоянием рулей, который вы можете заказать себе как доставкой, так и лично приехать и все убедиться самим. Я думаю, что обязательно нужно прикупить каждому из вас такой девайс, особенно под новый-то год. Все-таки мечты-то должны исполняться хоть когда-то в нашей жизни.
Погодка нас, естественно, не радует, но это как обычно. Давайте немножко прибавим громкости, потому что плохо слышно, наверное, звуки мотора, звуки самой игры. И, кстати, я до сих пор не выбрал тачку, на которой мы с вами совершим это дальнейшее путешествие. Потому что у нас сейчас лидирует это мод КамАЗ, новейший DAF оригинальный, где мониторчики у нас, я думаю, что это будет очень удобно на нем прокатиться. И третий грузовик будет от вас, ребята. Так что обязательно пишите в комментарии тачку, на которой вы хотели бы меня видеть. И это все будет реализовано прямо сейчас. Ну, в смысле, в четверг прямо сейчас. А сейчас я буду постепенно выбирать нужную для нас машину. Такое ощущение, что у него больше, чем 12 передач, потому что мы уже почти в отсечке. А едем мы всего 107. Неужели этот наш так медленно едет? Я думаю, что больше. Но... К сожалению, мы пока это попробовать не можем, потому что делитель у нас всего в двух положениях. Но правда, если мы сделаем... Ага, все понял, мы сделаем. Я не настраивал. Но нет, я думаю, что все-таки 12 передач у него, когда же больше правим. Я думаю, этого будет более чем достаточно. Да, господа. Ну и затейку мы с вами замутили. Это ж как надо будет так... Проехаться, это просто охренеть можно. Нужно реально запасаться и кофе, и энергетиками, и всем, чем можно, блин. Кстати, вот сейчас вот я не особо, видимо, попривык к этому рулю. Он так довольно чувствительный. То есть нужно прям плавненько рулем-то вращать. То есть нужно прям аккуратненько. То есть тем более я сейчас еще настроил все на максимум в плане поведения грузовика. То есть он прям максимально реалистично сейчас должен себя вести. То есть в плане тормозов, в плане поворотов, то есть я все на максимальную сложность поставил, чтобы грузовик качало по максимуму, кабину качало по максимуму. Вот, убрал везде жесткость, везде, где интенсивность была, ее полностью убрал. То есть, ну, на тормоза только немножко оставил, чтобы хоть более-менее он как-то, хоть как-то оттормаживался, потому что очень медленно. Вот, не совсем это безопасно, ребята. Во, кстати, питерские уже, как сказать-то, объекты, такое освещение питерское. Я думаю, что многие из вас его сразу поймут. Сделали очень красиво, ребята, очень красиво сделали разработчики. То есть теперь у нас действительно есть настоящая российская карта. Давно уже она, конечно, есть, но тем не менее. Так, ну как, подключилось, все хорошо. Так, ну мы можем вот и сюда заехать, в принципе, ничего страшного у нас нет. Так, здесь у нас как раз для грузовых. Сейчас оплатим проезд и будем двигаться дальше. То есть вот он здесь хотя бы у нас сейчас нормально тормозит, вот перекрывающий без тормоза. Ничего бывает. Так, погнали. Также, ребята, я думаю, что всем, кто видел прошлый ролик, уже знают, что скоро у нас объявляется конкурс, розыгрыш в честь 7000 подписчиков. И победитель этого конкурса получит... прошу прощения. Я прошу прощения. Получит настоящий игровой руль из моей коллекции. Просто вот булочку. Кто-то из вас. Ну, по условиям я вам скажу чуть-чуть попозже. Ближе к стриму. Кстати, мало что-то, да, потока-то? Хотя время... А, ну время 12 ночи у нас. Ну, летнее время, светло еще пока что. Даже вот можно на дальнем поехать, в принципе. Но, наверное, пока не будем, а то слепить будет остальных участников. Кстати, многие заметили, что Евротрак нифигово так переработали освещение. То есть раньше включаешь прям фары днем, они как будто прям капец какие яркие, аж дневной свет светит. Вот сейчас это убрали, то есть вот даже я дальний включаю, но не сильно как-то эта картинка не меняется. Ну, то есть видно, что что-то там подключается. Тем более дождь, он как бы, как правило, отражает именно весь этот свет. И в дождь фары-то всегда хреново светят. Так. По поводу коробки уже многие слышали. Это Z-Shifter на 8 передач, имеющий, как у нас задействовано, то есть 6 передач и 1 задняя. То есть один контакт у нас не задействован. Ну, потому что 7 передач я не вижу смысла здесь ставить. Вот, это нам особо и не требуется здесь. Вот, поэтому этого достаточно, но при случае, как говорится, можем организовать. По расстоянию у нас, кстати, временем осталось 160 километров. Вот просто посмотрите, 200 километров мы будем ехать где-то минут 20. Реального времени. Ну, может быть, 15. А нам предстоит проехать, я думаю, 1010, наверное, а то и... Да даже больше, наверное, 1020 километров. То есть это уже в 10 раз больше. Ребята, это... Подождите, давайте посчитаем. Это 200 минут. 2000 минут. Если мы это разделим на 60... Это же 20 часов времени.
20, мать его, часов времени у нас по предварительным расчетам моим головным займет весь маршрут по всей карте. Это же просто с ума сойти. Это очень много. Я даже не представляю, как мы это проедем на самом деле. Ну, может быть, я немножечко сейчас ошибаюсь. Вот, но... Наверное, я ошибаюсь, потому что это очень много. 20 часов, это охренеть. Опять у нас какой-то, видимо, платный участок дороги, или что это такое у нас? Так. Блин, ман. Сорян, блин, сплошная, ребята. Не очень это хорошо. Вот так, делаем. Чё легковая-то к нам сюда заехала? Мы бы без нее хорошо справились. Так, когда я уже привыкну к нормальному... собственно, педалированию вопросов. И у нас при этом, господа, все это время будет механика, то есть я каждый раз буду вот так разгоняться, но, возможно, уже где-то на середине стрима я включу автомат. Такое, кстати, не исключено реально, потому что я могу реально задолбаться щелкать, и мы просто с вами реально включим автомат. Прошу прощения, ребята, немножечко заболеваю, но стараюсь максимально держать себя в руках, вот таких ситуаций быть не должно. Нужно всегда следить за дорогой, чтобы вот таких вот экстренных, внезапных, непонятных даже мне самому перестроений у нас не было. Также, если есть у вас идеи, как мы можем оптимизировать, улучшить наше путешествие, сделать его более интересным, более заманчивым, то обязательно пишите. А также пишите к свои города, ребята, где вы проживаете, потому что, может быть, эти города встретятся нам на пути, и я обязательно передам привет каждому его жителю, ну, который это... в комментариях под этим видео, естественно. А пока... пока продолжаем. Так, вы что делаете? Вы зачем это делаете? Там даже знака стоп не было, вы чё? Вот такие вот ситуации, ребята. Я... причем сейчас у меня реального времени 10 вечера, то есть я уже после рабочего дня, немножечко уставший, сегодня встал там типа в 7 утра. И да, уже как бы я чувствую свою небольшую усталость. Но как это будет в четверг? Я даже не знаю, потому что с 8 вечера мы будем ехать, ехать и ехать. Это будет реально непросто. Объективно это будет непросто. Но обязательно, ребята, мне нужна ваша поддержка. Без нее просто никуда. Под прошлым роликом вы отлично провели активность. Я надеюсь, что под этим будет ее не меньше. Потому что без вас, фу-хо-хо, никакого, естественно, путешествия нормального у меня не получится. И я очень хотел бы, чтобы вы меня поддерживали во время этой дороги. Также, если кто-то хочет присоединиться, то милости прошу, потому что второе путешествие, которое я пока не скажу, где будет проходить, мы сделаем обязательно в онлайне. Я думаю, что это будет еще интересно. Мы можем даже организовать с вами какой-то небольшой конвой и вместе с подписчиками проехать по огромнейшей карте нашей... любимой великолепной игры Евротрак Симулятор. Ну а дальше, после его покорения, и American Truck у нас будет не за горами, господа. Так что, контентом море, как говорится. Было бы время его снимать. А с этим временем у меня в последнее время огромнейшие трудности. Потому что постоянно пишут, почему так редко выходят ролики, почему так то-то-то. Я стараюсь, как могу, господа. Реально. То есть... сейчас мы делаем все возможное. И вот этот план мы обязаны просто реализовать. Та-т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 а. Надо все-таки быть более внимательным. Вот посмотрите, сколько раз мы за это путешествие уже были близки к ДТП. А каждое это ДТП, ну мы сейчас не будем учитывать, конечно, реальную жизнь, а по факту, да, вот как у меня сейчас есть. Это ведь постоянно придется вызывать эвакуатор, ехать в сервис и постоянно ремонтировать машину. Мы будем терять огромное количество времени на каждой аварии. То есть это вообще уму непостижимо, сколько тогда времени нас это займет. Поэтому ехать нужно будет максимально аккуратно и быть уверенным в себе, быть уверенным в дороге, а главное в машине, чтобы она нас не подвела. А если мы будем частенько попадать в ДТП, то машина нас будет подводить просто постоянно, ребят. Именно поэтому... ну, кстати говоря,
за счет того, что у нас будет постепенные маршруты, то есть мы не сразу поедем через всю карту, а сначала возьмем один груз, потом второй, третий, четвертый и так далее. Кстати, интересно, сколько грузов у нас получится вести за все это время. То логично, что у нас будет психологически легче, потому что вот многие знают, кто ездили на дальние расстояния, когда ты едешь и видишь, как бы весь отрезок, который тебе предстоит проехать, кажется, ох, блин, это же целую вечность ехать. Но навигатор всегда показывает, общее расстояние там где-то с краю, а как на основной экран вводит на расстояние там до следующего поворота, там, до развилки, там, до какого-то искривления дороги и так далее. И когда эти маленькие участочки появляются там по 100, по 150 километров, ты постепенно приезжаешь, вот, и это проще, да, это действительно быстрее получается. Но так как у нас Россия, много равнинной местности, довольно часто появляются такие ситуации, когда ты едешь, и до следующего поворота, там, 480 километров. У меня была такая ситуация, когда мы ехали в Нижний Новгород. Вот, у меня там до следующего поворота было там 400 километров, что ли. Такое тоже может быть, естественно. Я думаю, что нам нужна тачка, кстати, довольно мощная. То есть, чтобы мы могли и на прямых, на каких-то хайвеях европейских хорошенечко быстро ехать, то есть не плестись там 100 километров в час, да, то есть могли хорошо разогнаться, быстро идти, вот, и чтобы у нас не было ситуации, что там в горку мы еле едем, опять же, чтобы на этом всем времени не терять, потому что нам нужно стараться по максимуму экономить наше время, потому что время это вообще самое ценное, а когда речь идет о таких огромных расстояниях, я думаю, что это вообще основа основ. Немножечко пошумахерим, как говорится. Было опасно, но мы проскочили. Кстати, почти приехали. Ну вот смотрите, 17 минут уже идет видео. Ну вот сколько мы там еще поговорили. Ну да, наверное, где-то минут 12, наверное, будет уходить на это. То есть, ну раза в два поменьше. Ну где-то часов 10, получается, стрим-то идти будет. 10 часов стрим. Я еще стрим толком никогда не проводил, но чтобы 10 часов, это же вообще жесть. Поэтому нужно все настраивать, нужно все подготавливать. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Ну и пока мы будем, естественно, накачивать опыт, накачивать тачку, накачивать денежки, вот, чтобы мы могли взять хорошую машину, потому что я не хочу там ставить никакие сохранения, моды и так далее. То есть мне хочется именно, чтобы это было все максимально реалистично, чтобы я и сам подготовился, потому что какой смысл, если я просто поставлю эти сохранения, то есть опыта я никакого не получу, а в Евротраке нужен обязательно опыт, потому что влететь на хорошие деньги, а в нашем случае это время, опять же, просто очень легко, реально. Чуть-чуть не взял не тот угол, все, зацепил машину, пожалуйста, получил штраф за ДТП, не дай бог, да, если это какая-то другая машина была. А так еще и, видите, то есть я сейчас еще не прям в совершенстве, так сказать, еще слился с машиной, поэтому нам и нужна именно одна тачка на все путешествие, чтобы мы могли к ней один раз привыкнуть и уже, соответственно, спокойненько и парковать ее, и двигаться на ней, и знать, как ее повадки, то есть как она разгоняется, как она тормозит, ко всему этому привыкнуть, потому что игра игрой, но, как говорится, обед по расписанию, то есть у нас все равно у каждой машины есть какие-то свои нюансы, вот, к которым нужно все равно время от времени привыкать, и их нужно обязательно знать, иначе никакого грамотного движения у нас не получится. Мы должны понимать, что чувствует машина, как она себя ведет. Это очень важно в решении нашего вопроса, так сказать. Так, тем временем тачку мы запарковали. Все, отцепляемся. Вот такая машина, кстати, была. Маленький мерсик такой. Ну ничего, так запарковались, пойдет. Ну что, маленькое путешествие у нас закончилось, всего заняло 20 минут времени, но мы и проехали-то совсем ничего, и вы видите, у нас еще только уровень-то новичок, и мы продолжаем опять же качать дальние дистанции, нам нужно их прокачивать, чтобы мы могли дальше двигаться уже на более серьезные расстояния. Ну а с вами был Моисей, ребята, обязательно ставьте лайк в поддержку, пишите комментарии, на какой тачке мне продолжить движение, ну уже на стриме непосредственно, ну и ваши пожелания. Пока-пока.